До и после окончания рабочей смены здесь всегда многолюдно. Рядом с тропой капитальная лестница. Но из-за слишком крутых ступеней ходить по ней тяжело, говорят прохожие. Видите, как ползут народ, на карачках ползут. Значит, это безобразие, никому ничего не надо. Плюют на народ, вот и все. Неужели не соображают? Народ, 50% народа ходит здесь. Очень неудобно ходить. Куча давно лежит, уже больше месяца. Не убирается, все больше прибавляется. Желательно бы побыстрее ее убрать. Просим расчистить тропу, расположенную параллельно лестнице, ведущей к станции Славяново и заводским проходным. Копии заявлений с описанием проблемы и приложенными к ним фотографиями направлены руководству мотовилихинских заводов, в районную администрацию и редакцию телевизионной службы новостей. Под обращением подписи почти 100 пермяков. Этот участок обслуживает администрация Мотовилихинского района. По словам благоустроителей, они обязаны следить лишь за состоянием самой лестницы. За территорию, расположенную рядом с объектом, ответственности никто не несет. По крайней мере, в зимнее время. Когда снег сойдет под лестницей, будет произведена уборка мусора, чтобы глаз радовался чистоте и порядку. А на зимний период таких работ не предусмотрено. Данная тропинка, она в муниципальный заказ не входит, поэтому за ее состоянием никто не следит, соответственно, не контролирует ее, в каком она состоянии. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.